о майданах и социальных лифтах. Не я один заметил современный парадокс. Жизнь стала сразу и длиннее, и быстрее. Торопятся все жить, но одни пашут на износ, другие сразу же хотят стоять на мавзолее. Есть убеждения в горячих головах, особенно в мозгах непросветленных. Страной может кухарка управлять, ведь Ленин был же в этом убежденный. А если есть в наличии какой-нибудь диплом, тогда само собой ты претендуешь на управление страной, и твой апломб картины радужные для тебя уже рисует. И завышению ЧСВ способствует у нас доступность получения диплома, незнание, бумажки раздают на всех углах, плодя спесивцев в превосходстве убежденных. Только всем места не хватает наверху, кухарок много и домохозяек. Но не стоять же за станком в цеху, ведь есть диплом, и недовольство нарастает. Плодятся недовольные вокруг, сбиваются в отары диссидентов. Режим им не дает прорваться в круг миллионеров, генералов, управленцев. Подмену знаний закрепляет интернет. Здесь все расскажут и покажут даже. И убежден любой дремучий человек, как Путин он, только умней и краше, что государством управлять достоин он, ведь стал он обладателем диплома. Но тирания не дает набрать разгон. Нет демократии, украли вероломно. Хочется сразу в дамки, на пролом. Поэтому так много на майданах дремучих неучей, так убежденных в том, они достойны управления государством. Каждый считает, что умнее его нет, ведь он красивого диплома обладатель. Но не захочет вот такой вот диссидент к такому же хирургу лечь под скальпель. К тому же недоучками манипулировать легко. Ни в чем не разбираясь, они верят всему. Их убеждениями делается все, даже несовместимые идеи. Есть гарантированный социальный лифт. Это упорная учеба и работа. Но вряд ли темных удовлетворит скорость его надежного подъема. Задача государства не плодить людей с наличием красивого диплома, а дать возможность тем, кто грызть готов гранит науки, а затем и на себя, и на страну работать. Быть может, я не прав, но убежден, майданов на земле будет поменьше. Кто адекватен, знает, лишь трудом своим он будущее сможет обеспечить. О существенном и важном, о существенном и важном, позабыв о суете, доктор Волощук. Говорит стихами, существенно и важно, доктор Волощук, СД.